Всем привет! Сейчас сделаю обзор и распаковку набора инструментов King Tony. Опытные автомеханики мне посоветовали несколько качественных и профессиональных наборов инструментов разных производителей. Но мой выбор остановился именно на этом наборе. В этом видео я покажу вам всю комплектацию набора, а также расскажу все плюсы и минусы этого набора. Так что начинаем! Вес набора вместе с чемоданом составляет почти 6 кг 900 грамм. И это довольно-таки тяжелый набор, и в руках его сильно не поносишь. Сам кейс выполнен качественно. Пластик жесткий, не продавливается и имеет хорошую жирную надпись King Tony, что придает в свою очередь чемоданчику дополнительную жесткость. У данного чемодана две металлические защелки. Это тоже немаловажно, потому что при частом использовании пластиковые защелки обычно отламываются и чемодан никак не закрывается. Также хорошим плюсом у чемодана является, что петли и завесы выполнены качественно из жесткого пластика и направляющая также металлическая. Это придает надежность при частом использовании. Если вы будете его постоянно открывать, закрывать, с данной конструкцией это прослужит дольше, чем просто пластиковые. У данного чемодана есть и небольшие, но минусы. Сейчас я вам про них расскажу. У чемодана есть и минусы. Их два. Во-первых, если открыть чемодан и перевернуть его, либо если открыть его в стоящем положении вот так, то вот эти вот все головки и насадки могут выпасть и рассыпаться. Так как у этих головок нет никакой фиксации. Они легко, без особого труда все достаются. И трещотки так же самое. Во-вторых, если вы рассыпите все эти инструменты, то вам потом будет сложно их собирать в правильном порядке, потому что на чемодане нету никакой маркировки. То есть не указано, где и какая головка должна находиться. И легко вы можете все это перепутать. В наборе имеется две трещотки, большая и маленькая. Они под насадку квадрат, 1/2 и 1/4 дюйма. Длина большой трещотки 250 мм, длина маленькой 135 мм. У трещоток 45 зубьев, есть реверс, быстрый сброс и фиксатор, который не дает головкам отсоединяться в ненужный момент. А при нажатии сброса насадочка легко отсоединяется. Также большим плюсом является то, что у трещоток есть два болта. И их можно выкрутить, разобрать трещотку и со временем обслужить, смазать и почистить, если это будет необходимо. Также у трещоток удобная пластиковая рукоятка, хорошо лежит в ладони, не прокручивается. С логотипом King Tony. И на металлической есть гравировка. Также King Tony. И номер детали. Если она у вас выйдет из строя, либо захотите докупить, это каталожный номер. Вы можете по номеру докупить отдельно себе необходимую деталь. В наборе есть два удлинителя под большую трещотку. 250 мм и 125 мм. А также есть два удлинителя под маленькую трещотку. 100 мм и 50 мм.
Удлинитель большой, 250 мм, служит еще как вороток. На нем есть вот такой специальный переходник, который снимается при необходимости и используется как удлинитель, либо вместе с переходником используется как вороток. Также на каждой детали есть маркировочка King Tony и каталожный номер CRV. Хром, ванадиевая сталь. В наборе есть отвертка-рукоятка, длина 150 мм с дополнительным квадратом под 1/4 дюйма. Он служит для использования воротка, если нужно сделать дополнительный рычаг при откручивании или закручивании. Вот так это все вставляется и создается дополнительный рычаг у отвертки. На отвертку надеваются специальные головки, которых в наборе также достаточно. В данном наборе есть три вида головок. Под большую трещотку 1/2 дюйма. Такие головки идут от 10 мм до 32. На каждой детали есть маркировка и каталожный номер. На маленькую трещотку под 1/4 дюйма. Самая маленькая на 4 мм, самая большая на 14. Также на этих деталях есть каталожный номер и маркировочка. И есть головки под звездочку. От Е4 до Е24. Большие насадки под большую трещотку, маленькие под маленькую. Из головок есть все необходимые размеры: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32. То есть в наборе все необходимые размеры присутствуют. В наборе есть большой выбор бит под 1/2 дюйма. Они используются со специальным вот таким переходником, куда они вставляются. И дальше используются либо с трещоткой, либо с воротком, как вам удобно. Все биты в этом переходничке хорошо фиксируются, не выпадают. И также этих бит большой выбор. Вот такой вот шестигранничек. Вот такая вот звездочка. Также есть крестообразная и плоская битка. И в данном наборе есть вот такая вот насадочка, которую можно использовать с шуруповертом. Это вставляем в шуруповерт и необходимую насадочку используем с помощью шуруповерта. Тоже очень удобно. В некоторых наборах данного переходника нет. В данном наборе есть хороший ассортимент удлиненных головок. Они идут под маленькую трещотку
и под большую трещотку. Маленькая от 6 до 13 мм размер головок, а на большую 14, 15, 17, 19 и головка на 22. Самые необходимые размеры присутствуют. Как бы минусов я не вижу. В данном наборе также есть удлиненные головки для выкручивания автомобильных свеч. Внутри есть резиновый уплотнитель, который фиксирует свечку при выкручивании. Данные размеры на 16 и на 21. У данного набора пожизненная гарантия. Если у вас что-то поломается, вы можете обратиться в официальный сервис, и вам поврежденную деталь поменяют на новую. В этом и есть приоритет данного набора. Цена такого набора составляет на данный момент $140. Данный набор таких денег стоит. Если мой обзор был вам полезен, ставим лайк и комментарий. Пока!